Это программа «Итоги» на ТВ3. Меня зовут Владимир Унанянц. Добрый вечер. Вначале коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Семья Зураба Жвания нарушила молчание. Михаил Саакашвили и родственники бывшего грузинского премьера обменялись обвинениями. Крым пустеет. Украинские военнослужащие и крымские татары покидают полуостров. Женевские дискуссии. Прорыва не случилось. Переговорщики вновь стоят на своем. Дело о гибели Зураба Жвания продолжает обрастать деталями. Заявление Михаила Саакашвили вынудили семью бывшего премьер-министра Грузии поведать общественности неизвестные доселе подробности. Ближайшие родственники Зураба Жвания провели сегодня пресс-конференцию, на которой опровергли вчерашние откровения Михаила Саакашвили в интервью грузинскому каналу «Рустави-2». О чем молчали экс-президент Грузии и члены семьи Жвания все эти годы, расскажет София Тетрадзе. Брат, супруга, мать, ближайшие родственники Зураба Жвания долго воздерживались от раскрытия деталей таинственной смерти бывшего главы грузинского правительства. Впрочем, Михаил Саакашвили сделал заявление, которое нельзя было проигнорировать. Моя семья сознательно воздерживалась от комментариев, чтобы не мешать расследованию уголовного дела, которое перешло в завершающую фазу. Каждый наш комментарий мог бы помешать следователям, но вчера произошло то, что заставило нас обратить на это внимание. А произошло вчера следующее. Михаил Саакашвили дал интервью грузинскому каналу «Рустави-2», в котором не преминул процитировать свою беседу 9-летней давности с женой бывшего премьер-министра Грузии Нино Кадагидзе. Когда Зураб скончался, члены его семьи начали говорить какие-то странные вещи. Я попросил его супругу прийти ко мне. Когда она пришла, я спросил: «Ты ведь была на месте, присутствовала при всех процедурах. Ты думаешь, что кто-то что-то скрывает?» Она мне ответила, что так не думает. Хотя задала один интересный вопрос: «Ты ведь знаешь, что у Зура, как и у всех политиков, были деньги. Кое-кто мне сказал, что дал ему большую сумму, я хочу получить часть». Она предполагала, что их могли взять члены охраны. Потом выяснилось, что эту информацию распространил Патаркацешвили. Этот разговор для меня был очень оскорбительным. Я резко завершил его. Нино Кадагидзе не отрицает, что разговор на эту тему действительно шел. Впрочем, жена Зураба Жвания утверждает, что интересовалась финансами своего супруга исключительно из интереса следствия. При этом Кадагидзе добавила, что в одной из таких бесед Михаил Саакашвили просил ее не настаивать на продолжении расследования, обещая взамен удовлетворить любые другие ее просьбы. Что касается упомянутой экс-президентом суммы, то об этом я говорила лишь в контексте одного из версий убийства. Я тогда предположила, что если начальник его охраны взял у моего супруга из кармана ключи, ночью открыл его 2 сейфа, то здесь мог быть какой-то человеческий момент. И это убийство произошло именно после кражи денег. Тем более я знала, что мои личные вещи, которые находились в сейфе, пропали. Что касается темы Бадри Патаркацешвили, я не принадлежу к категории тех людей, которые продают достоинство своей семьи. Друзья семьи Жвания склонны этому верить. Они сегодня также высказались в защиту позиции вдовы Зураба Жвания и, стало быть, против версии, озвученной накануне Михаилом Саакашвили. Вчерашнее появление Саакашвили было продолжением того каскада лжи, который выстраивают бывший президент Грузии и члены его криминальной банды Единого национального движения вот уже 10 лет. Он пытается спасти себя, но уже поздно. Прокуратура уже скоро обнародует итоги. Я считаю, что бывший президент не ожидал такого ажиотажа. Это бред, то, что он говорит. Он, судя по всему, уже вне зоны действия. Допрос предусматривает наличие квалифицированно сформулированных вопросов, доказательств и обвинений. Я надеюсь, что новые власти смогут это сделать. А вот принудительно допросить Саакашвили новые власти, как оказалось, не смогут. Юристы обессилили угрозы членов грузинского правительства. Не объявить находящегося за рубежом Саакашвили в розыск, не запросить его экстрадицию официально Тбилиси не сможет, пока нет постановления суда о виновности бывшего президента Грузии, хотя бы по одному из тех 10 дел, по которым он проходит, пока что в качестве свидетеля. И, судя по всему, даже в случае предъявления обвинения властям Грузии не придется надеяться на сотрудничество иностранных спецслужб, пока они не докажут, что допрос Саакашвили – рядовое судопроизводство, а не политический реванш. О необходимости грузинскому правительству сегодня еще раз напомнил председатель Комитета сотрудничества Грузия-ЕС, который заседает в эти дни в Тбилиси. У нас нет конкретной позиции по этому вопросу, у нас не было встреч по этой теме. Мы хорошо осознаем, насколько это важная тема, и призываем всех политиков развеять все сомнения по поводу политической расправы. У нас есть информация, что в Грузии существуют некие политические силы, которые не стесняются спекулировать на теме смерти Зураба Жвания. Они не дают покоя мертвому и пытаются выудить политическую выгоду из этого случая. Имена всех этих людей всплывут на поверхность, и им не останется ничего, кроме всеобщего позора.
Аналитики почти уверены, допроса Саакашвили не будет ни завтра, ни в ближайшее время. Официально Тбилиси, скорее всего, прислушается к замечаниям Европы, которая уже через пару месяцев подпишет с Грузией соглашение об ассоциации с ЕС. Его, в отличие от других дел, нельзя отложить. Пример Украины налицо. А значит, расследование дела о смерти Зурабашвили опять может затянуться, предсказывают наблюдатели. София Тетрадзе, итоги ТВ3. Продолжаем выпуск. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе встретилась с представителями парламентского комитета сотрудничества Евросоюз-Грузия, который проводит в Тбилиси 16-е заседание. На встрече стороны обсуждали актуальные вопросы двустороннего партнерства между ЕС и Грузией, в том числе вопрос подписания соглашения об ассоциации. Грузинская сторона еще раз заявила, что приветствует решение Европейского Союза подписать документ не позднее июня текущего года. На встрече также обсуждались вопросы безопасности и стабильности Грузии, а также роль ЕС в процессе мирного урегулирования конфликтов. Особое внимание было заострено на вопросах верховенства закона, демократических процессах, защите прав и свобод человека. Итоговый документ, который мы приняли, однозначный сигнал для Евросоюза, что Грузия является европейской страной, у которой должна быть четкая перспектива вступления в Европейский Союз. Это самый главный пункт в документе. Ну а находящаяся в Грузии делегация парламентской ассамблеи НАТО продолжает изучать ситуацию в стране. Сегодня иностранные гости побывали у административной границы с Южной Осетией. Делегация парламентской ассамблеи НАТО ознакомилась с текущей ситуацией в Грузии, в том числе на линии оккупации в приграничных с ней селах. Вместе с наблюдателями от ЕС члены делегации также ознакомились с оперативной ситуацией. Вопрос территориальной целостности, пожалуй, главный для Грузии, и не только для Грузии. Мы решили поговорить на эту тему с человеком, который вплотную занимается этим вопросом в своей стране. У нас в гостях известный израильский публицист и общественный деятель, а также человек, который отстаивает интересы Грузии в США, Великобритании и России, Авигдор Эскин. Добрый вечер, господин Эскин. Ну, добрый вечер, Гамар Джоба. Спасибо, что пришли. И, спасибо. Во-первых, с какой целью вы прибыли в Грузию? Насколько нам известно, вы встречаетесь здесь с представителями экспертного сообщества и советниками даже главы правительства. Можно ли говорить о том, что на этих встречах вырабатывается какая-то внешнеполитическая стратегия для нашей страны? Во-первых, поскольку в жизни человек пытается все-таки вкусить чего-то высокого, приятного ему, приезд в Грузию – это праздник. Надо понимать, что поездка в Лондон – это всегда рабочая поездка. А когда речь заходит о Грузии, о Тбилиси, то всегда вспоминается Белла Ахмадулина, «Сны о Грузии». Знаете, вот «Сны о Грузии» – вот радость, еще сказал. Она, да, виноградовая сладость, осенившая уста. Вот эти слова, они всегда должны сопровождать каждого человека пониманием особой совершенно роли Грузии, особого места Грузии и того, какая ответственность лежит сегодня на вашем поколении, которое получило возможность развивать независимость Грузии и воссоздавать ее как великую древнюю культуру, дожившую до этих дней. Я действительно встречаюсь с разными людьми, хочу понять настроение, атмосферу, поскольку Грузия оказалась в очень тяжелом сейчас положении. Как мне кажется, геополитическая карта мира меняется с совершенно непостижимой скоростью. За последнее время, можно сказать, мы перешли из правового какого-то пространства в полные джунгли. Вот на сегодняшний день мы живем в мире, где никакие законы не действуют, когда фактически сильному все дозволено. Когда надо, применяется прецедент Косово, когда надо, применяется прецедент Будапешта. То есть вы понимаете, о чем я говорю. В результате мы пришли к тому, что сегодня никому верить из крупных игроков, таких как Соединенные Штаты, мы больше не можем. Но и Грузия только что на себе испытала совершенно беспардонное вмешательство в ее дела, когда официальные американские организации указывают вам на то, кого приглашать на допрос, кого не приглашать на допрос. Вот вы только что как раз затронули эту тему, и хотелось бы спросить и с этим. Вот официальные лица в полуофициальных комментариях уже американские сказали, и европейские, о том, что не стоило бы допрашивать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как вы считаете, вот эти полуофициальные комментарии, официальные прозвучали, в принципе, нашему обществу они известны, но вы как человек, который встречается с политической элитой Запада напрямую, какие реальные настроения царят вот в европейской и американской элите по поводу евроинтеграции, евроатлантической интеграции? Во-первых, сам я категорически
не готов комментировать ничего, связанное с грузинской прокуратурой и с тем или иным решением грузинского правосудия, которое может быть в ту или иную сторону, потому что я иностранец. Я приезжаю сюда как гость Грузии и как друг Грузии. И что касается же настроений на Западе, там царит полное смятение, потому что вы же сами понимаете, Сирия, это было крупнейшее поражение западной тактики, и выяснилось, что Запад поддерживал, по сути, Аль-Каиду в Сирии и отказался от военной операции в связи с теми неудобствами, которые он начал испытывать. Дальше то, что произошло на Украине, это тоже крупнейшая фиаско западной политики, при том, что огромные усилия были предприняты, а хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот Запад, он трагически наступает на те же грабли Аль-Каиды. Он взращивает какие-то силы, которые оборачиваются против него. Ну и все мы понимаем, что вот те бандеровцы с трезубцами, те, кто сегодня на Украине, плюс еще дополнительно, конечно, там исламистский фактор, который имеет место, но основной фактор на Украине неонацистский, это не прозападный фактор. Это не те люди, которые будут развивать демократию, правосудие, как они любят говорить, транспарентность и прочие виды толерантности. То есть это совершенно другая идеология. Это те, кто вместе с исламистами обернутся против Запада. И уже, собственно, мы видим, что на Украине царит хаос, к великому сожалению. А на почве всего этого мы также наблюдаем полную мобилизацию и совершенно невероятное усиление позиции России. И здесь Грузия оказалась перед очень многими сегодня непростыми дилеммами. И я не завидую сегодняшним лидерам Грузии, потому что они действительно должны будут принимать очень тяжелые решения. Что бы они ни сделали, это будет болезненно. Вы можете сегодня предложить свой вариант? Вот какую политику должна проводить Грузия, чтобы все-таки отстоять свою территориальную целостность? Если очень-очень-очень вкратце и очень схематично, учиться на примере Израиля и не повторять его ошибки. Вот все-таки для Грузии я бы рекомендовал смотреть не в сторону Вашингтона и не в сторону Лондона, а в сторону Иерусалима. Да и чисто традиционно так оно всегда было. Что я имею в виду? Прежде всего, интересы Грузии и ее истории должны быть источником вдохновения, а не ориентация на ту или иную администрацию, ту или иную политическую партию в Соединенных Штатах. При всей возможности симпатии или отсутствие этой симпатии, которая, например, может быть у разных людей. Что конкретнее теперь, конкретнее. Грузии необходимо углублять и развивать отношения с Соединенными Штатами и Западом. В каком смысле? Необходимо утвердить ее как независимую силу, которая будет вызывать уважение. Культура, история. И особо я бы на месте грузинского руководства сейчас и полагался на еврейские, как финансовые, так и политические круги в Америке, в Лондоне. И через них пытался бы укрепиться там, укрепить свои права и свой статус. С другой же стороны, последнее событие, конечно же, открывает возможности для Грузии очень эффективного и прямого диалога с Москвой. Вот надо понимать, что поскольку сейчас политическая карта мира очень быстро меняется, надо не упустить момента и поднять вопросы, которые касаются Грузии. Я хочу вам сказать с большим сожалением о том, что за последние 20 лет, ну, я имею в виду с момента падения Сухуми, очень мало было сделано для того, чтобы как-то реализовать права беженцев. Я бы начал с вопроса беженцев, который признан всем миром. Совет Безопасности признавал это. Россия голосовала за право беженцев на возвращение. А сегодня люди даже с российским гражданством не могут посетить могилы предков. Господин на территории. Ильич, это вот же чудовищно. Вы хотите сказать, что вот сейчас настал тот момент, что Грузия может реально о чем-то говорить с Москвой в отношении Абхазии и Южной Осетии? Несомненно, когда меняется ситуация в мире, то можно говорить о переменах тех или иных взамен на какие-то тоже перемены. Я почему задаю этот вопрос, потому что у нас в стране многие и эксперты, и политики, и представители общественности обеспокоены событиями в том же Крыму. Называется это фактически аннексией со стороны России украинской территории. И многие высказывают такое мнение, что следующий может быть именно Грузия, что Россия присоединит к себе и Абхазию, и Южную Осетию.
Как вот, вы можете те, кто прокомментировать? Эти, те, вот вы кто сказали, говорят, что можем говорить, да, да. Ужас, вот те, кто это говорят, они просто говорят это, я совершенно не понимаю, с какой целью. Это чистая провокация. Ведь вот они же пытаются сказать что? Что была Абхазия и был Крым, да? Вот что они пытаются сказать? Они пытаются провести параллель между Абхазией и Крымом. При том, что в Крыму на самом деле подавляющее большинство людей всегда хотело быть частью России. И подавляющее большинство там русские. И исторически это русская территория. А Абхазия – это исторически грузинская территория, которая всегда была исторически частью Грузии. Само название Абхазии – это грузинское слово, как вы знаете. Да более того, самое главное, это что на территории Абхазии было совершено одно из чудовищных преступлений второй половины 20 века. Около 10 тысяч мирных граждан, грузин, только по этническому признаку были убиты. Около 300 тысяч, опять же, по этническому признаку были изгнаны. И на территории Абхазии грузины были явным подавляющим большинством. Но было совершено преступление, этническая чистка, после чего Абхазия получила свой новый статус. То есть вот сравнивать Крым и сравнивать Абхазию, это просто, мне кажется, ну, не иначе, как вербальное преступление по отношению к грузинским беженцам, прежде всего. Господин Искин, возвращаясь к возможному диалогу с Москвой относительно Абхазии и Южной Осетии, как по-вашему, вот вы заявили, что этот диалог возможен, и Россия может пойти на этот диалог взамен на какие-то уступки? Я был намного осторожнее. Я сказал, что когда меняется политическая карта мира, возможны разные перемены. Грузии есть что сказать, Грузии есть что дать. И у Грузии, и у России, что важно, есть общие интересы. Например, это стратегическое сотрудничество в борьбе с террором. Например, и, может быть, еще более важно, и Грузия, и Россия не хотели бы, чтобы ноги турецких солдат ступали по грузинской земле. Давайте так сформулируем это, да? То есть есть общие интересы, есть общее понимание и есть общая направленность. И есть противоречия. И вот это предмет для переговоров. Есть как возможность вы считаете, знать, вот предметом начать для переговоров не может стать евроатлантические устремления Грузии? То есть не может ли Россия категорически поставить вопрос ребром? Либо вы идете в Европу и в НАТО, либо давайте говорить. Когда две стороны ведут переговоры, то каждая из них имеет право сказать ровно то, что она считает нужным. Mm-hmm. Я еще раз повторяю, когда начинается землетрясение, то каждая дипломатически подготовленная сила должна стремиться к укреплению своих позиций, невзирая на землетрясение. А если сидеть сложа руки, то можно оказаться где-то так и без дома, и без хаты, и без всего. И это касается не только Грузии. Тяжелое очень положение сегодня не только у Грузии. Израиль также сегодня подвергается чудовищному давлению со стороны Соединенных Штатов. Уйти с так называемых территорий, которые, естественно, наши территории исконные. Вот если у вас Абхазия, это у нас Иудея и Самария. Это понятно, что Иудея и Самария никогда не были палестинскими, так сказать, государствами. То есть все это в мире сегодня требует максимальной сосредоточенности, умения выявить свои интересы, умения представить их и умения также, я еще раз повторяю, выявить приоритеты. Вот проблема грузинских беженцев, мне кажется, с нее надо начинать. Господин Искин, и буквально последний вопрос. У нас фактически не остается времени, к сожалению. Но все же недавно Грузия и Израиль пришли к соглашению об отмене визового режима. Точнее, это уже официально он отменен в обе стороны. То есть до этого граждане Израиля могли посещать Грузию без виз. Сейчас уже и граждане Грузии могут посещать без виз Израиль. Это, безусловно, очень хорошо. Ваш прогноз, во-первых, как это повлияет на бизнес-отношения между Грузией и Израилем? И, во-вторых, учитывая также визит высокопоставленных наших чиновников грузинских в Израиль, к какому стратегическому сотрудничеству, если можно так сказать, это приведет? Между нашими странами существует такой уровень взаимопонимания и доверия, что это просто, если не будет лениться одна из сторон или обе стороны, то нет предела возможному сотрудничеству. Я не преувеличиваю. Просто готовность с обеих сторон помогать друг другу и взаимные симпатии, взаимное понимание между Израилем и Грузией, им нет границ. Это два государства, которые естественным образом являются не просто друзьями, но побратимами. Если раньше здесь жило много евреев, которые очень
любили Грузию, были частью Грузии, то сегодня мы будем дружить как два государства. Мы Израиль и вы Грузия. И это обязательно надо продолжить. Это благословение и для вас, и для нас. Я, собственно, всегда, когда приезжаю в Грузию, мне хочется благословить вас из Иерусалима. Что ж, большое спасибо, господин Эскин. Я напомню, на наши вопросы отвечал известный публицист, общественный деятель и, не побоюсь этого слова, лоббист Грузии на Западе Авигдор Эскин. И к другим темам. В Женеве стартовал 27-й раунд переговоров по обеспечению безопасности и стабильности на Кавказе. Повестки дискуссии, гарантии неприменения силы со стороны Грузии в отношении соседних государств. На столе на протяжении последних раундов находится российская инициатива о принятии совместного заявления всех участников женевских дискуссий о неприменении силы. Принять такое заявление не удается, так как Тбилиси по статусным соображениям отказывается идти на этот шаг, требует России сделать одностороннее заявление о неприменении силы в отношении Грузии. Москва не считает себя стороной в конфликте 5-летней давности, поэтому последовательно отказывается заключать подобное соглашение с Тбилиси. Продолжаем выпуск. Супругу бывшего министра обороны Грузии Бачу Ахалая вызвали в прокуратуру. Ани Надарейшвили пригласили на допрос в связи с кончиной единственного свидетеля по делу о так называемой нафтлугской спецоперации Шалвы Татухашвили, а также в связи с вчерашними заявлениями супруги Ахалая о сотрудниках прокуратуры. Надарейшвили явилась в следственный орган с адвокатом своего супруга Георгием Унианем. После того, как она покинула зал суда, Надарейшвили заявила, что готова давать показания лишь в том случае, если начнется следствие по делу о кончине Шалвы Татухашвили. Они требовали от меня объяснений, но я и вчера заявила, и сегодня повторяю, что не собираюсь участвовать в этом цирке. Умер человек, и разговор идет о том, что его пытали и угрожали ему. Его довели до этого следователя Гелаурия и Дзналашвили, поэтому мы требуем проведения расследования. Я готова предстать в качестве свидетеля и дать показания. Никто не требовал объяснений. Это рабочая проверка, которая по закону не должна проводиться. Должно быть назначено расследование. По какому праву следствие выдает подобные индульгенции и не начинает расследование даже вопреки заявлениям членов семьи о пытках и убийстве? Грузинская делегация продолжает рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Министр образования страны Тамар Саникидзе вместе с другими делегатами из Тбилиси провела встречу с директором Всемирного банка Альберто Родригесом. Особое внимание в ходе переговоров было уделено новому направлению сотрудничества в образовательных сферах двух стран. Сегодня прошла важная встреча с представителями Всемирного банка. Мы еще раз обсудили пути и направления развития нашего сотрудничества. Для нас очень важно активное участие США в формировании грузинской образовательной стратегии. Работа над этим вопросом уже ведется. Соответствующий документ должен быть представлен уже в мае нынешнего года. В нем будут прописаны все текущие реформы. Мы видим готовность и активную поддержку в сфере образования. Дело о смерти заключенного тюрьмы номер 14 Гиги Партенадзе раскрыто по обвинению в предумышленном нанесении вреда здоровью. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении заключенных Шота Шанидзе, Ливана Муистропишвили и Георгия Сихниашвили. Следствие установило, что 4 марта 2011 года, примерно в 2:20 ночи, между содержащимися в 332-й камере заключенными началась ссора, которая переросла в физическое противостояние. Шанидзе, Сихниашвили и Муистропишвили повалили Партенадзе на пол, в результате чего он потерял сознание. Несмотря на это, они продолжили избивать пострадавшего. Партенадзе был переведен в медицинскую часть, где и скончался, так и не приходя в сознание. В заключении судмедэкспертизы причиной смерти Партенадзе стала резко выраженная гематома головного мозга, полученная в результате черепно-мозговой травмы, нанесенной тупым предметом. Предъявленные в адрес подозреваемых обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 13 лет. Областная прокуратура Западной Грузии сегодня предъявила обвинение в предумышленном нанесении тяжкого вреда здоровью трем лицам – Шота Шанидзе, Ливану Муистропишвили и Георгию Сихниашвили. Крым пустеет. Россия наводит свои порядки на недавно присоединенной территории. Российские военные захватывают воинские части, боевые корабли, выдворяют из Крыма украинских военнослужащих, не пожелавших присягнуть на верность России. Тему продолжит Хатуна Конджаре. Более 15 тысяч украинских военнослужащих, дислоцированных на территории Крыма, по данным российского генштаба, решили остаться на полуострове и служить России. Те, кто не переметнулся на сторону северного соседа, пакуют чемоданы. Украинские военные вместе с семьями покинут территорию Крыма по железной дороге. В плацкартных вагонах, предварительно сдав свое оружие. В Севастополе, между тем, открыт временный пункт регистрации, который уже прошли 1500 военных, пожелавших вернуться на украинский материк.
Российский триколор теперь развивается не только над крымскими административными зданиями, но и над военными базами и большинством украинских кораблей. Пришлось прощаться со службой под украинским флагом и курсантом Севастопольского военно-морского лицея. В знак чести при смене государственного символа они стояли на коленях. Ни один из кадетов не стал присягать России. Впрочем, уезжают из Крыма не только военнослужащие. Обычные граждане также покидают полуостров. Большинство из них – крымские татары, напуганные действиями российских вооруженных сил. Сейчас находиться в Крыму небезопасно. Почему? Ну, у каждого своя мотивация. У крымских татар это генетическая память и абсолютное неверие в то, что говорит Кремль. Отношение такое, что просто чувство того, что нас совсем, с нами совершенно не посчитались, мнение людей особо не учитывалось. Обустройством бежавших из Крыма людей занимаются специальные координационные группы. Граждан Украины временно размещают в общежитиях, гостиницах, спортивно-оздоровительных пунктах и в частном секторе. Обеспечивают продовольствием. Между тем, в Киеве опасаются вторжения на материк, особенно на фоне наращивания российских вооруженных сил на границе страны. Численность российских войск растет. Сначала Москва это оправдывала военными учениями. Теперь, когда они уже позади, ничего не меняется. Российские военные на прежних местах своей дислокации. Каждый день они подходят слишком близко к нашей государственной границе. Устраивают провокации. Впрочем, в Киеве не раз заявляли, что развязывать вооруженный конфликт с Москвой не собираются. Тем не менее, украинские власти дали понять, в случае такой необходимости Украина в состоянии защитить свой суверенитет и территориальную целостность. В Крыму мы воздержались от использования силы, чтобы предотвратить кровопролитие, а также показать миру, кто является настоящим агрессором. Это Россия, которая незаконно вторглась на нашу территорию. Международное сообщество солидарно с нами, поддерживает нашу территориальную целостность и суверенитет. Если российские войска начнут продвижение на материк, мы защитим свои границы. Это долг каждого украинца. Запад не перестает демонстрировать свою поддержку Украине и ее новым властям. Барак Обама пригрозил российскому правительству дополнительными санкциями, при этом признав, что новые ограничительные меры в отношении Москвы могут негативно отразиться на экономике самих США и ЕС. Впрочем, это того стоит, считает американский лидер. Урон российской экономике, питающейся за счет экспорта газа, будет сложно переоценить. Хатуна Кунджария. Итоги ТВ3. Дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова находится под домашним арестом. Об этом сама Каримова сообщила в письме, которое отправила корреспонденту BBC. По словам дочери узбекского лидера, она подвергается сильному психологическому давлению со стороны отца. Отмечу, Гульнару Каримову считают одной из самых влиятельных женщин Центральной Азии. Ее также часто называют криминальной баронессой. Дочь Ислама Каримова утверждает, что находится под домашним арестом в связи с критическими выпадами в адрес авторитарного режима своего отца, который она озвучила в социальных сетях. Это были главные новости сегодняшнего дня, о которых мы успели вам рассказать. В студии работал Владимир Унанянц. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.